Андрей, в общем-то, после двух игр, достаточно уверенно проведенных, какая ситуация сложилась перед отчетным матчем, ну и как прокомментируете его исход? В первую очередь мы проиграли очень сильной команде. Но и они, сами и они, и болельщики их в один голос сказали, что сотни по игре. Да, мы допустили ошибки, на которых был акцент перед игрой на установке. То есть доигрывать на стандартных положениях. В принципе, так у них и получилось. Три гола мы пропустили со стандарта головой. Ну, не знаю, в футболе кто меньше ошибается, тот и выиграет. В общем-то, известна ли вам, какая ситуация с Русланом Омельченко, получившим травму, и чего стоит ожидать? Да, сегодня Руслан получил, ну, как по нашей информации, перелом ноги. Хочется пожелать ему быстрейшего выздоровления, чтобы вернуться в строй. Мы его ждем, как нападающий нам нужен.